разрешение тут так себе. Там он стоит, веб-камера с переходником без объектива. Работает коробочка с Arduino CNC и одним драйвером. Там на распечатке шаговый мотор. И смотрит это все на Марс. Ну, Марс тут не увидеть. И неплохо так смотрит. То есть шаговый мотор ведет телескоп. Так себе, конечно, но вот в принципе глазом тут видно полярную шапку и некую темную область на диске. Я не идеально сфокусировал, пока что тестовые такие записи делаю. Это первая моя съемка Марса. Такие дела. В общем, шатаем видосики Астростакер там. Вот я погонял. Да, Гачимучи играет. Очень маленький Марсик получился. Неплохо бы кастануть на нем линзу Барлоу. Хотя, конечно, блин, я не помню, сколько мегапикселей камера. Могло быть и лучше. Но, в принципе, видно полярные шапки и темную область. Для первого раза неплохо, я думаю.